Леонард Ильич, вам что, плохо? А, нет. Что с вами? А поговорить? Не понимаю, как такое может быть. Вроде все анализы в норме, а сердце все ноет, ноет и болит. Так его забрали против его воли. Не предали земле. Вот оно и не хочет принимать нового хозяина. Все будет хорошо. Все будет хорошо, Геннадий Ильич. Геннадий Ильич, вы идете или вас не ждать? Иду, иду. Ирина Алексеевна, я вас целый день не могу застать. Я по поводу нового ординатора. Да я в курсе, у него пациентка умерла. Да умерла и умерла, бог с ней. Что вы такое говорите? Ну, он просто перед этим ее потерял, носился здесь, орал, топтал. Вообще какой-то очарованный. Фаина, а вы можете меня оставить в покое? Ирина Алексеевна, я же хочу как лучше. Ну, не получается у вас. До свидания. Стерва. Вот стерва. Ой. Аня, встань, пожалуйста, мне шурупу надо протянуть. Клади меня. Ну, прекратись. Ну, клади, да мне телевизор загораживаешь. Ну, как хочешь. Ты что думаешь, не совсем дурак? Как ли? Дура. Что, слушай, Куликов, я теперь знаю, что я буду делать, когда тебя не будет. За работающим мужчиной можно наблюдать бесконечно. От Халимаш засчитан. Это не значит ли, что я еще письменный стол должен собрать? Значит, значит. Но ты можешь растянуть это удовольствие на несколько вечеров. Аня, щекотки, боюсь, я уроню сейчас. Куликов, это так вот практично, жить в разных квартирах, а спать в одной постели. Давай съедемся. Я знаю, что ты хочешь пожить один. Ты уже пожил, и я пожила. Ну что из этого хорошего? То есть не у меня, у невестки моей. Да, сегодня. Да-да, войдите. Сергей Анатольевич Куликов, я делаю вам предложение. Давайте жить вместе. Ты ничего страшного не вижу. Никакого повода для паники. Шуруповерт разрядился. Ну, как всегда. Ням-ням-ням. Набирайте, не 32, это, ну что ты меня спрашиваешь? Хорошо. Ну, это, если Ирина, никто не подходит, а не значит, там никого нет. Ир, там полчаса ждут. Нина, можешь стоит? Нужен реаниматолог. Да, отправила я уже реаниматолога. Я даже не заметила, как ты прошел. А, сижу здесь. Нашлась? Ну, конечно, нашлась. Слава Богу. Все нашлись. Да я не сомневалась. Ну, убежала куда-то в парке просто и играла. За детьми нужно следить, тогда никто не будет теряться. Про Маринку? Ну, а про кого? Да ведь еще няньку никак не можем найти нормально. Ну, слушай, сидеть с детьми – это дело непростое, знаешь? А меня, вспомните, вы на меня наезжали, что я с ума сошла. И... Да, да, это не просто уси-пуси. Ну, слушай, ну я же тоже с ними сижу, когда получается. Ну, я на работе, а Марина с детьми. Мы так договорились. Ну, кто-то же должен работать, а кто должен сидеть с детьми. И это нормально. И ничего не нормально. Знаешь, что-то у нас не заладилось все это. Марина раздражается, я раздражаюсь, я молчу, пытаюсь всех соединить. Она, понимаешь, Тамарка, она к нам как к чужим относится. Ну, как чужие живем под одной крышей. Ну, тут как ни крути, это все-таки твой ребенок. Ну, конечно. А для нее-то он чужой. Я вроде не ошибся же. Мой кабинет, а? Коллега. Мой кабинет, мой диван. Ну. Нет, здесь, конечно, многие шляются без спроса, но все-таки для первого раза
Коллега, можно было бы спросить разрешение. Да, простите, у вас открыто было, вас не было. Мне нужно с вами поговорить. Пациентка моя умерла с опухолью. Я сделал все, что мог. Я договорился об обследовании. Я ее уговорил. Я сделал все, как вы советовали. Все равно умерла. У тебя первый пациент уходит. Да. Это мой первый пациент. А я даже не знаю, от чего она умерла. Может быть, если я биопсию бы назначил, она бы еще была жива. Ну, результат биопсии все равно бы стал известен только сегодня. Во-вторых, пациентка поступила с травмой ноги. Ты сделал все, что мог. Тогда почему так тяжело? Потому что всегда так будет тяжело. Потому что ты еще молод. Потому что не превратился в циничную скотину. Потому что не хочешь видеть смерть пациентов. И я тоже не хочу. Здесь никто этого не хочет. Но это часть программы, к сожалению. Понимаешь, Куликов, в Москве нам с тобой лучше держаться вместе. Так легче выживать. И к тому же, если мы съедемся, наши дети разбегутся, понимаешь? И начнут наконец-таки заниматься делом, а не тем, чем они сейчас занимаются. Аня, нам с тобой поговорить надо. Я все прекрасно понимаю. Я тоже люблю свободу и ходить дома в растянутых трениках. И совершенно не хочу, понимаешь, собирать твои грязные носки, варить тебе борщи и стирать. Но иногда. Вместе лучше. Хорошенькие блинчики получились. Ты, кстати, помнишь, мне на первом курсе делал предложение? Да, помню. Секунду. Памятник Ильича. Да, Оля. Но на верхний замок закройся, потому что на нижний барахлит. Хорошо. Ну что, наш Олечка приехал? Да. Что, в Америке негров линчуют? Что ей там не понравилось? Причем здесь это? Она приехала квартирный вопрос решать, квартиру продает. А ты здесь при чем? Почему она у тебя живет? Ну, я пустил пожить временно, а что такого? Да нет. Ничего, Куликов, что бедной Олечке в Москве пожить негде, да? Давай, вали отсюда, понял? Аня, остановись. Успокойся ты. Нам поговорить надо. Да о чем мне с тобой разговаривать, Бавля? Эта баба тебя держит на коротком поводке, понимаешь? Я бы тебя тоже держала, только я в этом не участвую. Давай, вали, а то я тебе сейчас блины по твоей роже размажу. Как вы меня достали все, а? Да ты сам меня достал! Слава богу, что я тебе тогда отказала. Сейчас бы всю жизнь жалела. Урод! Привет. Сказали, да? Нет, не сказал. Сами разбирайтесь. Ушел? Привет. Смотрю, у нас шкаф собран. Угу. Собран. Неплохой шкаф. Неплохой. Козлина, блин, даже шкаф собрать не может. Отлично. Как вы себя чувствуете? Да нормально. Я Лазарев Константин Германович, я вас оперировал. Вы помните, что с вами случилось? Помню. Я из окна вышел. Угу. Правильно. По этому поводу завтра к вам придет психолог. А по моей же части у вас перелом обеих рук ног, перелом таза. Селезенку мы вам удалили. У вас также травмирована почка, но ее мы решили оставить и лечить консервативно. Фига себе! А что это вот это все получается? Аккуратно. Бесплатно, что ли? Угу. У нас сегодня черная пятница. Да что-то только вы зря потратились. Я когда отсюда выйду, я еще раз сигану.
Здорово. Привет. Что так рано? Да, раньше освободился. Так получилось. Как дела? Зашибись. А у тебя? О, еще лучше. Напился бы. Да работать надо. Да, я бы тоже напился. Да у меня дети. Выхода нет. Как это? Есть выход? Ты футбол играть умеешь? Ну, играл в школе, а что? Так, отлично. Так и запишем. Куликов. Будешь в защите стоять. Красавчик. Инна? Инна, Инна! Жигулёв, твою ж мать! Это ж надо в одну палату, ну что за наказание? О, а ты все прыгаешь, да, стрекозёл? Да, 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 прыгаю. Так это ж ты допрыгаешься-то, а? Говно-то ты сраный! Это все потому, что я тебя люблю! Да что ты говоришь? Ты вообще кто? Это моя жена. Бывшая жена вообще-то, бывшая! Короче, из-за нее и выпрыгну. Ага, это, как всегда, я во всем виновата. Если ты придурок, то это надолго, знаешь такую пословицу? А вот так про тебя! Так, это надо все заканчивать. Посмотри, пожалуйста, есть ли там свободная палата? Нет, да, других палат. Больше нету. Сейчас занят. Что ты заводишься? Я еще не заводилась. Ты меня не трогай. Ну. Я тебе что, чайник, что ли, кипятиться? Не трогай меня, говорю тебе. Доктор? Да. Доктор? Да. У вас нет 50 грамм? Чего? Ну, не компот, в конце концов. Слушайте, ну я же знаю, что у вас точно есть. Ну, не скупитесь на 50 грамм. Ага. Ну, можно на 30 грамм, но для общего состояния. За встречу. За встречу, в конце концов, да. Ты же заплатишь. Да, я заплачу. Он заплатит. Я могу эту бочку продать. Да? Здорово. Ой, у меня другой нету. Вы обалдели совсем? Вы находитесь в больнице. Вы лежите в реанимации. Что там? Нет других палат. Так, в общем так, сидишь здесь, Милан, и следи, чтобы это свидание романтическое не переросло в банкет. Но мы только начали, доктор. Ну зачем так нервничать? Сын, я тебе клянусь, я достану. Я тебя очень люблю. Слушай, не уходи от меня, пожалуйста. Куда я выйду в халате? Ты придурок совсем, что ли? Ну, что случилось? А? Ничего, ничего, ничего. Все нормально? Все нормально. Все хорошо? Да. Может, водички принести? Ну, что ты со мной, как с ребенком, а? Нет, потому что ты есть большой ребенок. Сейчас водички принесу. Хорошо. Правда? Все? Все нормально. Точно? Господи, как хочется спать. Слушай, ты что, тоже на диете? Вкусненько тебе было. Давай, вали. Вали отсюда. На, попей. Угу. Есть спасибо. Тебе нечего. Кот всю твою рыбу сожрал. Вот паразит. Не то слово. Давай померим давление. Да не надо, Ира. Ну что не надо? Леонтьев сказал, все нормально, все хорошо. Но померить надо. Чистой воды психосоматика. Да какая еще психосоматика, Ира? Ты еще пари на меня. Вон телефон Петрова. Бери, звони и ори психиатру. Да дело не в этом. Знаешь, я не уверен, что вообще правильно поступил, что согласился
на пересадку сердца. Нет, я тебе, конечно, очень благодарен. Спасибо. Только... Что только? Ну, договорю. Что только? Это сердце человека, который не хотел, чтобы его кому-нибудь пересаживали. Получается, что ты вырвал это сердце из его груди. Мне теперь главное понять, что мне делать теперь с этим. Я вырвала сердце из груди человека? Да я не буквально. Что ты... Ты что, дурак, что ли? Ну, не цепляйся к словам. Нет, ты дурак, скажи. Ира. Нет, ты дурак. Ира. А что мне с дураком тут делать, а? Ты дурак. Ира. Нет, не надо, я сама. Ну что ты делаешь? Дай сюда, пожалуйста. Ну, хватит. Дай сюда. Через сколько тебя ждать? 30 минут. Че так долго? Полчаса. Даю 10 минут. Привет. Привет. Давай быстрее, у меня 2 минуты. Ты трубку не берешь. Ну, не беру. О чем нам с тобой говорить? Кристина, давай оставим ребенка. И повесим на шею родителям? Я понимаю, ситуация сейчас не лучшая. Что нет пока работы, что денег тоже нет, и квартиры тоже. Ну, и да, родители, они вынуждены будут нам помогать. Это нормально. Выходи за меня. Это смешно. Никит, я понимаю, ты наверняка хочешь с себя сейчас какую-то ответственность снять, чтобы потом ходить и говорить, что ты сделал все, что мог. Ну хорошо, я тебе разрешаю. Никит, ты сделал все, что мог. Можно я теперь пойду? Кристина, что я еще могу тебе предложить? Да что ты вообще предлагаешь? Единственное реальное – это перебросить все проблемы на родителей. Но тебе не кажется, что это слегка эгоистично? Я думал наоборот, что мы с тобой поступим как взрослые, если оставим ребенка. Никит, какой из тебя папа? Я стать матерью 18 лет не готов. Ты это понимаешь? Потом, в далеком будущем или в ближайшем будущем, но потом, когда я стану на ноги, я хочу иметь детей, да. Но это потом, Никит. А ты сейчас что хочешь от меня услышать? Что ты любовь всей моей жизни? Никит, нет. У нас просто отношения. Мы гуляли, но я не собираюсь за тебя замуж. Кристин, ты ведешь себя как сука. Класс. До свидания. Твою мать. Салфеточки у вас нет? А что, Тамара у вас так поздно просыпается? Ну, она у нас любит поспать. 7 утра, ребенок пускай спит. Да, но мои дети всегда вставали в 6 вместе со мной. Ну... Нас Тома поздно ложится, мы ее с большим трудом успокаиваем вечером, да? Варенье я вот сама сварю. Нет, не варенье, а смех. Покупное я вообще никогда не беру. Офелия Вартановна, у вас есть к нам еще вопросы? Просто Олегу на работу надо. Нет, да. Нет, у меня к вам вопросов нет, а есть. У девочки армянская ветка по маме, да? Да. Ну и что же, родные вам не помогают? Неужели никого нет? Почему у нас есть дедушка?
Это ребенок реализовывается, да? Да, творческий человек. А что по поводу инструмента? Я смотрю, у вас его нет. Какого инструмента? Пианино. Я всех своих детей всегда начинала учить с 3 лет. Музыка успокаивает, отвлекает. Потом музыка – это полезно. Вот вы играете? Что я? Только на нервах. Виртуозно. Офелия Вартановна, вы знаете, нам кажется, что в этом нет острой необходимости. И потом нам здесь только пианино не хватало, да? Джанули моя, если я буду воспитывать ваших детей, вам придется купить инструмент. И никаких электрозаменителей. Только настоящее пианино. Так я как? Олег. Нам ее рекомендовала. Ты прекрасно знаешь, кто. Сволочь. Никогда не прощу этого. А Шейнон сказал, что его дети ее обожали. И, судя по всему, прекрасно играли на фортепиано. Ну, в принципе-то в музыке ничего плохого нет. Может, это мы с тобой такие дикие? Ну, я так правильно понял, что тебе она тоже не понравилась? Только потому, что в детстве меня год мучили скрипкой. Вот только поэтому, Брагин. Да, я бы тебя помучил бы. Господи, все равно нам без няни не обойтись. Я в страшном сне не могла представить, что так трудно ее найти. Какой-то кошмар. Будем до победного искать, понял? Не расслабляйся. Я и не напрягаюсь. Если ты мой папа, почему мы никогда не жили вместе? С тобой и с мамой. Почему ты живешь с Мариной? Ну, понимаешь, как было дело. Мы с твоей мамой очень друг друга любили. Потом родилась ты. Потом мы с мамой расстались, но мы остались очень большими друзьями. А потом ты уехала вместе с мамой далеко-далеко, в Америку. А я тут остался один. Но я тебе звонил. Каждый день узнавал, как у тебя дела. Потому что я тебя очень люблю, потому что я твой папа. А потом, ну, я же здесь один остался. А один человек не должен оставаться никогда. Человек должен быть все время влюбленным, понимаешь? Я встретил Марину. Вот мы встретились. Ну, сначала там встречались. У нас были романтические свидания. А потом вдруг взяли и поженились.
Мы поженились. Потом Катька родилась. Вот, потом приехала ты. Поняла? Я должна ее любить? Ну, а как же? Ты же старшая сестра. А старшая всегда помогает и любит младших. Но Марина меня не любит. Ну, вот кто тебе сказал это? Ну, конечно, любит. Ну, что ты? Я тебя люблю очень-очень. Ты же будешь помогать Марине? Молодец. А теперь давай пора вставать. Надо завтрак готовить. Что мы будем на завтрак? Сэндвичи. Ох ты ж, сэндвичи. Ну хорошо. На воскресенье куда хочешь пойдем? Я хочу в зоопарк. Ну вот, прекрасно. Пойдем в зоопарк все вместе. Давай, иди умывайся. Я не понимаю, как можно было с ней не поговорить? Ну, это несерьезно. Ну, так вышло. Она была не в настроении, все время со мной ругалась. Я даже слова не смог вставить. Что это она с тобой ругалась? Неважно. Слушай, а что важнее, ее настроение или ее дочь? Оля, я Аню 100 лет знаю. Когда она в таком состоянии, с ней вообще разговаривать невозможно. Интересно, что это ее так взбесило? Слушай, может, действительно, аборт – это единственное правильное решение? Не, ну, с ума подумай. Куда им сейчас дети? Найдем хорошего врача, оплатим все это. Ты слышишь, что ты говоришь, а? Какой аборт? Как это можно девочке предложить? Дай сейчас же телефон Ханины, я сама с ней поговорю. Не надо. Я сам с ней поговорю. Ты обещаешь? Клянусь. Чего ты так распереживалась-то? А ты что так спокоен, слышишь? Это вообще твой внук. Ладно, все, пока. Я домой хочу съездить. Ну, до Нового года не получится. У меня отпуска не будет. Ну, я без тебя могу. Папа звонил, сказал, что ждет. Значит, тебя ждет, а меня нет, да? Мама, ничего, что у нас в ванне чьи-то мужские футболки валяются. Вообще-то вы развелись. Может, у него там тоже уже кто-то есть. Я тебя умоляю, не смеши меня. Кто у него есть? Кому он нужен? Мне не нравится, когда ты плохо говоришь о папе. Ладно, не буду. Просто я знаю его как облупленного. Я по голосу поняла, что у него кто-то есть. Ты не очень наблюдательная. Что такое? Это что такое? Ну-ка, дыши, дыши. 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 Просто штукатурка надышалась. А у тебя нет все другой нормально. Версии, а? Для мамы, медика, а? Мам, я беременна. Ой! Ура! Нет, не тогда, я тебе покажу. Смотри. Берешь тут? Ура. Вот так. Так надо забивать. Олег, а что появилось первым? Яйцо или утка? Ой, или... Да, блин, курица. Ну, я не знаю. Яйцо, наверное. А почему? Ну, все от яиц зависит. Ты чем так обалденно пахнет? Завтраком, что ли? Доброе утро, тетя. Доброе утро. Доброе. А ты вообще умывалась? Я умывалась тут в раковине. И зубья пальцем почистила. Не зубья, а зубы. Это у вас зубы, а у меня зубья. Да, у нас такой вот прекрасный ребенок с зубьями. Ну давайте уже завтракать. Давайте, садитесь, девочки. И стол накрыли. Ой, боже мой, каждый день бы так. Ну, каждый день, знаешь, это к хорошему привыкаешь. Что? Прекрасно. Держи. Так. Я тоже. Хорошо. Сейчас. Сиди. Сейчас успокоится. Угу. Ну, видимо, это надолго. Я сейчас. Мы в воскресенье
все вместе пойдем в зоопарк. В это воскресенье? Угу. Слушай, вот, наверное, не получится, папа что-то перепутал. У нас дела. Ой, боже, господи, ты боже мой. Ну ладно тебе, в следующее воскресенье пойдем, ешь давай. Я не хочу больше есть гренки. Ну давай я тебе омлет пожарю. Бэ. Хлопья с молоком? У нас молока нет. Ну с йогуртом какая разница? А йогурт я ненавижу. Блинчики тебе пожарю. Бэ. Ну что, все у нас в порядке уже. Угу. Тишина и спокойствие. Продолжаем. Чего вы не едите? Я ненавижу гренки. Том, ну не капризничай, мы же договорились с тобой уже. В воскресенье идем в зоопарк. Не нужен мне ваш зоопарк. Тома! Все, оставь. Может, все-таки купим пианино? И пианино я ваше ненавижу, и не думайте даже. Ну, видимо, не купим. Где телефон? Да, Ашот Газизович, здравствуйте. Да. Как вы себя чувствуете? Уже выписывают? Ну, прекрасно. Да, конечно. Тамару позвать? Тома! Тома, дедушка звонит. Дедушка! На, держи. Дедушка! Дедушка, ты выздоровел? Как твое самочувствие? Понятно. А ты когда меня отсюда заберешь? И какой срок? 6 недель, не знаю. Ну, а кто должен знать? Ты когда собиралась поставить меня в известность? Мам, я думала, у меня просто задержка. Я думала, мы с Никитой сами справимся. Да я не хочу ничего слышать про твоего кобеленка. Лучше бы он вместо своего пестика голову включал. Я про презервативы тебе ничего не говорила? Я знаю, что тебе не нравится, но это моя жизнь. Моя жизнь. Это моя жизнь. Твоя жизнь была приехать в Москву, выучиться и построить себе карьеру. Ты мечтала стать ученым. А теперь ты делаешь из меня бабушку на сносях. У тебя планы поменялись, да, Кристин? Да не поменялись у меня планы. Я собиралась сделать аборт. Аборт? Просто так аборт? Без хорошего врача, без денег? Ты думаешь, это просто как пломбу поставить? Это серьезное дело, Кристина. Я попросила у отца Никиты. У Куликова. Так, кто еще в курсе, кроме родной матери? А? Садись. Садись, пей. Да, я тоже немножко. Он испугался. И Никита тоже испугался. А молодцы, мужики, испугались. А мы, девочки, будем расхлебывать. Потрясающе. А мне очень боялась тебе сказать. Я не знаю, что делать. Ладно, не реви, не реви, не реви, не реви. Ой, я все устрою, все сделаю. Все будет хорошо. Мы, девочки, сильные. Девочки не сдаются. Ой, ёпарасоте, Кристина! Кристина! Вот, в целом развивается нормально. А что значит «в целом»? Патологии нет, все хорошо. Да, все хорошо. Мне просто не очень нравятся ваши анализы. А потому что? Что сахар повышен в моче белок. Ну и нет, тонус остается. Да. Ну, с Пашкой тоже по чуть-чуть все это было. Да, я понимаю, но тонус тоже остается, Нин.
Надо беречься. Да берегу я. Бережешь, да? Как столб стоишь за своей стойкой цел один. Бережу. Просто, понимаете, возраст все-таки никто не отменял, да? Нужно быть предельно осторожной. Нормально все, я слежу. Угу. Можно вытираться? Давайте так, физические нагрузки, стрессы исключаем полностью. Вот. Хорошо? Слышала? Да, скажите ей, чтобы она не носилась по склифу здесь. Надо дома лежать уже, отдыхать, о ребенке думать. Саша, передайте моему мужу, что дома сидеть тоже не самая легкая история. Я Пашу поднимаю, между прочим, дома. Ты? Ты? Да. Ты? Так, ладно. Жень, не обращайте внимания, он сейчас, у него что-то совсем... Да, я понимаю. Нин, давайте я вам сейчас схему распишу, да? Угу. Значит, смотрите, дюфастон мы оставляем. Да. Добавляем вот это. 3 раза в день по 1 таблетке. Ну, прочтете потом. И вот это. О, немного? Нет, немного. Саш, там мальчик или девочка? Не видно? Да, кстати, а мальчик или девочка? Человек. Я серьезно спрашиваю. Не видно пока. Понятно. Вы скажите ей. Привет. Жень, ну чего ты? Ну что произошло-то, а? Ну, Жень, ну что она такого сказала-то, я не понимаю. Что нужно за собой следить, нужно быть аккуратнее, внимательнее. Ну, я их понимаю прекрасно. Ну, хорошо. Ну, хочешь, я поговорю с Павловой, пусть приведет меня на полставки. Так тебе устроит? Да? А ты просто не хочешь побыть дома? Посидеть с ребенком, матерью, в конце концов, почувствовать себя. Что я не мать, я что? Я и... Ну, что бабушка им занимается, так бы, в яслях нос. А не ты ли маму свою из дома выгонял когда-то? Не ты своего ребенка не признавал, нет? Или сейчас все ластиком стерлось? Ну, извини, я не хотела напоминать. Напомнила же, да? Ладно, хорошо. Давай я тебя устрою на полставки администратором в киноклуб. А куда? Там спокойнее, по крайней мере. Ой, слушай, ты шутишь? Нет. Кино я посмотрю дома, ладно? Слушай, Жень, ты так просто все. То ты анестезиолог с клифи, то ты в Аргентине отжигаешь, то ты киноман, то ты... Я уж не знаю, кем ты завтра будешь, а у меня как-то все стабильно. Дом – работа, работа – ребенок, как у всех баб. О, вы в склиф? Нет. Ну, поедем все равно. Гулять, мужчина. Галь, а что ты тут делаешь, Зенина? Ну, она отошла, сейчас подойдет. Иди на свое место, я побуду. Хорошо. Алло, институт Склифосовского, приемная. Температуру везите. Есть курсы по управлению гневом. Советую. Спасибо. Нина, а где вы ходите? Я не понимаю, почему у вас тут такой бардак? Почему я тут стою? Я отпустила вообще Галю тут. Что тут происходит? Я не понимаю, что это за мусор, Нина. Что это за открытые двери? Что это за пустой кулер, Нина? Скажите спасибо, что я Павлову еще не сказала про вас. Что все время опаздываю. Я смотрю, у вас серьги новые. Нина, вы опоздали на 5 минут. Я все зафиксировала в журнале. Да хоть в святцах. Господи, прости, помилуй. Нас грешных совсем разболтались. Это было последнее предупреждение. Господь услышит вас, Фаина Игоревна. Здрасте. Сергей Анатольевич, можно вас на минуточку? Здрасте. Да, сейчас. Ну что, Паша, динамика хорошая, главное сейчас отдых. Надя, продолжай метамизол капать. Что случилось? Ничего. Ты, оказывается, все знал про Кристину?
Аня, я вчера хотел с тобой поговорить, но ты мне просто слова не дала вставить. Сколько раз я просила твоего сына держаться от нее подальше? Подожди, ты успокойся. Угу. Ты вместо того, чтобы прочистить его мозг, ты поддерживаешь его тупые идеи насчет отцовства. Да нет, я не поддерживаю. Я... Тебе девочка маленькая доверилась, пришла к тебе с дуру поговорить. Ты вместо того, чтобы отправить ее к матери, блеешь что-то про своего Никиту. Может быть, Оля твоя долбанутая обвинила во всех грехах ее бедную? Чертовы сектанты! Слушай, ну, во-первых, все не так было, я наоборот. Это тебе Кристина так наговорила? Давай, обвини еще в том, что она мне врет, да? Аня, остановись, это дело серьезное, надо все обсудить по-человечески. А что мы будем обсуждать? О чем нам разговаривать? Какие есть варианты? Есть варианты, конечно, есть варианты. Да я не позволю вам испортить ее жизнь. Кому сейчас нужен этот ребенок? Ты будешь его воспитывать со своим Никитой Сопливым? Ты что истеришься? Криком не поможешь нам проблему решать. Я не истерю. Не лезьте, я вас прошу. Я разберусь сама. Если вы будете лезть, я вас всех порву, понятно? Давай, рви! Мать тигрица! Сергей Анатольевич! Что? Вы посмотрите пациента с 35-й палаты? Да, Сашенька, конечно посмотрим. Пошли. Тише, тише. Тише. Вот так, тише, все, у меня тут, пожалуй. Тихо. Здравствуйте, вы же Нина? Мы знакомы? Да, я была у вас в растяжении. Мне бы хром Ивана Николаевича. Тихо. Да я вас помню. Ой-ой-ой. Помните? Да, да. Она ведь упала, ударилась сильно. Она помогала мне окна мыть просто. Да, ударилась. Не сильно, не сильно. Все нормально. Ну, кажется, все нормально. Рухнулись с подоконника, и все нормально. Я вот чуть-чуть полежала. Константин? Тихо. Константин Герман? Я? Доктор Лазарев? Ну. Я выиграла, поэтому вам придется подойти в смотровую, потому что там черепно-мозговая, по-моему, девушки. Ну, мне так кажется. М? Да, а халат вам идет, Константин Герман. Как ваше имя, фамилия, скажете? Венера Байжамбаева. Байжамбаева. Здравствуйте. Здравствуйте, что случилось? Она упала, ударилась сильно, ее тошнит еще. Да меня тошнит, потому что я беременна. Доктор, я просто упала, и ничего страшного. Вызови мне Сашу. Ну да, беременна, и окна мои. Ой. Тихо. Саша, свободна? Да? Пойдемте там смотровую. Девушка черепно-мозговая. Можете идти? Идите, доктор. Подойдите. Вот сюда. Отдыхайте. Да, смотровую? Смотровую. Смотровую там. Здравствуйте. Да. Дойдите ко мне. У вас какие-то ее документы, нет? Первый раз вижу, он мне просто помогал убираться. Эй. Что такое? Это же надо. Ну вот зачем они его здесь поставили? Только место занимает. А внутри-то что? Один суррогат и пальмовое масло. Ну, нас же его убрать отсюда, да, Геннадий Ильич? Поставить фикус, пусть воздух очищает. Ну ведь правда же, Геннадий Ильич, да? А чем прикажете голодным врачам питаться? Листьями фикуса? Ой, ну ладно, скажете тоже. А врачи, между прочим, все из дома с собой приносят, что правильно. А вам с вашим чужим сердцем надо больше витаминов есть, овощей, фруктов, а не какую-то гадость из аппарата. Послушайте, Фаина Игоревна, я, конечно, ценю вашу заботу обо мне и спасибо вам за участие, но я прошу вас больше никогда со мной не говорить о моем сердце. Неужели вы не понимаете, что это по меньшей мере бестактно, что это вас не касается? Понимаю, но ведь иногда, когда хочешь помочь человеку, можно и влезть куда не следует. У меня благие намерения, мне батюшка сказал. Слушайте, к черту вашего батюшку. Я вообще еврей, ясно вам? Евреи тоже люди. Фаина, пожалуйста, оставьте меня в покое. Иначе я натравлю на вас Ирину Алексеевну. Тихо. Привет. Здорово. Че, не в настроении? Я смотрю, ты тоже не сильно веселишься. Чё ты? С Неклюдовым поцапалась. В хлам. Чего? Хочешь, чтоб я сидела дома, досиживала срок в красоте, в тишине, ушла из Клифа и жевала витамины. О, как люди меняются, да? Чё тебе не нравится? Ты странная. Помогает, ухаживает – плохо. Не помогает, не ухаживает – еще хуже.
Скажи, а какая-нибудь середина бывает у вас, а? Вот так, чтобы все понравилось. Общая картина, так сказать. Ты что на меня наезжаешь-то? Ничего. Ну пошли, вы знаете, куда все. Сбежать бы, куда глаза глядят. Ты когда решишься, куда глаза глядят? Адрес мне скажи. Подъеду. Посидим хоть поговорим, как люди. Замет. Ладно, давай. Ого! Представляете, оказывается, есть целая наука о рукопожатиях. Если тебе протягивают руку вертикально, это свидетельствует об уважении. Горизонтально? Горизонтально о доминировании. Ну, это не ко мне, это к Анне Викторовне, она у нас образец доминирования. Куликов, я не поняла, тебе что не нравится? Да не, мне все нравится. Я просто кипятком писаю, как ты проблемы решаешь. Ты ж только себя слушаешь. Давай расскажи нам всем, вот Толик сейчас с удовольствием послушает. Расскажи еще что-нибудь, а? Отстань. Хрен, я буду с тобой оперировать плановую печень, ты понял? Ну, хоть одна операция спокойно пройдет. Дебил. Дура! Вы что, коллеги? Я с этим придурком не буду оперировать. Идиотка. Ясно. Сегодня, видимо, у всех день не сдался, да? Хорошо. У меня обход. По моей части, у вас сотрясение мозга. Остальное вот вам сейчас врач объяснит. Беременность по УЗИ 8 недель. Рожать будете? Буду. Хорошо. На данный момент у вас сильная угроза выкидыша. Я, конечно, могу выписать вам направление в женскую консультацию, но пока вам нужно остаться у нас на несколько дней и понаблюдаться. А я не могу, доктор, остаться. У меня, думаю, двое детей, и они одни. Я понимаю, спасибо. Но вы же можете кому-то позвонить, чтобы за ними присмотрели, пока вы здесь? Нет, нет, доктор, у меня никого нет. Я пойду, и мне надо домыть окна, она же мне не заплатит. Так что спасибо. Вы что, не понимаете? У вас сотрясение мозга, угроза выкидыша. Вы что, хотите продолжить по этим подоконникам прыгать? Поймите, в вашем состоянии любая физическая нагрузка сейчас запрещена. Понимаю, ну что мне делать? У меня муж погиб на стройке, привез нас в Москву и погиб сам. Я осталась одна, мне нужно детей кормить. Доктор, отпустите меня, пожалуйста, я... А вот эта девушка, которая привезла, она вам кто? Я ее не знаю, зовут ее Ася. Я у нее окна мыла, она же мне не заплатит. Доктор, можно я пойду? Посидите, посидите. Ладно. Посидите. Сейчас придет медсестра и отвезет в палату. Мне не надо в медпалату. Все хорошо. Отпустите меня, доктор, у меня никого нет. Доктор, ну что, как? У нее сотрясение мозга. Ей нужно будет несколько дней побыть у нас. Хорошо. Еще сохраняется угроза выкидыша. Господи. Знаете, она не хочет здесь оставаться. Боится, что работу потеряет. Вы не могли бы вот позвонить в ту контору, откуда вы ее вызывали, и объяснить всю ситуацию? Конечно, конечно, я сделаю. А можно мне к ней зайти? Можно. Но ненадолго, да. Халат бахилы можно на посту взять. Хорошо, спасибо. Привет. Привет. Так долго? Пробки. Как всегда, пробки. Принимает Бардачев. Геннадий Николаевич, 38 лет. Спутанное сознание, затрудненное дыхание. Температура 40, частичный паралич. Кстати, паспорт был при нем. Ну, вообще отлично, да. Голова очень сильно болит, усы ноги, все болит. И в глазах что-то прыгает. Прохожие позвонили. Паркин на газончике валялся. Трезвый. Я болел недавно, температура была сильная. Ко мне врача привозили, а теперь меня к нему везут. Господи, да все будет хорошо у вас. Давайте противошок идите. Поехали. Ой, господи, не знаю. Олег Михайлович, обход закончил. Противошок, испускайся, у нас тяжелый. Венер, вы что? Так, это что это такое у нас? Что, так не хочется в больнице лежать? Ну, придется несколько денечков. Доктор сказал, обязательно нужно. В компанию позвонил, вас не уволят. Будем мыть окна сколько хотите, только когда выпишетесь. Ася, ну вы не понимаете, у меня дома двое детей. Нурик 3 года и Гулечка 5 лет. А
Они совершенно одни. Я их закрыла и ушла к вам, понимаете? Понимаю. А я тут, и меня не отпускают. Подожди. Давай адрес. Какой адрес? Ну, свой адрес, где дети у тебя живут. Возьму их к себе, накормлю. Правда, что ли? Ну, конечно. Давай. Волгоградский проспект. Дом 37, квартира 15. Хорошо. Заберу, привезу. Так. Ну что опять? Олег Михайлович. Ну? Вот анализы. Давай. Непонятно. Лейкоцитоз, лихорадка несколько дней. До нашего здесь ничего нету. Давай температуру посмотрим. Тридцать девять и восемь. Олег Михайлович, а вот это что такое? Где? Давай посмотрим. Опа. Ёлки-палки, вот же она, причина всех наших бед. Наконец-то, перчатки давай. У нас здесь клещ обыкновенный, я бы сказал, такой среднестатистический. Обычный европейский клещ. Сейчас мы его вытащим. Так что вот, Милана, вот вам наука. Не ходите с молодыми людьми в лес, не валяйтесь с ними на траве мураве. У меня нет молодого человека, Олег Михайлович. Будет. Ты гад, а? Ну, давай, вылезай. Давай нам инфекциониста вызывай. Вот тебе и Хари Кришна. Хари Рами. Здравствуйте, Нина. Как у нас дела? Нормально все, в штатном режиме. Римусов, мне поговорить с вами. Не сейчас. Я сейчас к главврачу. Через полчаса соберите всех врачей в ординаторской. А, нет, ну я соберу в ординаторской. Но я зайду потом. Конечно. Поговорить. Да. Ученый он это родственница укушенного этого энцефалитного. Здрасте. Это кармическое наказание, он искупает мои грехи. Он кто это? Мой брат, муж. Подождите, я серьезно спрашиваю, кто он вам? Все мы братья и сестры. За что человек мучается-то? Я сделала аборт, муж меня не остановил. Теперь наши внуки и правнуки еще долго будут расплачиваться за наши кармические долги. Да ну подождите, ваш муж был укушен зараженным энцефалитным клещом. Это же может, скажем, случиться вследствие тяжелого инфекционного заболевания, пораженная психика. Это моя вина, а наказание несет он. Ну это уже вы там сами разберетесь. Скажите мне, а много вас посещает, ну вот эту лужайку? Человек 20. Каждый день собираемся, занимаемся йогой. Молодцы. Нин! А? Нинуль, надо позвонить санэпидемстанцию, чтобы они проверили эту лужайку. Угу. Вашего мужа пока переводим в инфекционное отделение. Хари Кришна. Да-да. Нин, ну ты мне скажи, ты мне кто? Сестра вроде. Ну да. А вот тебя, брат мой, ждет сестра Павлова через полчаса в ординаторской на летучку. Да? А сестра Павлова в каком настроении? Благостном. Ну и Хари Кришна.
Ты больше так не делай, ладно? А то у меня Кондрати хватит, ты сердце остановится. Это, между прочим, мой кабинет. Что ты тут развалился, как раджа? Ну что, я старый больной раджа. Да прекрати ты, старый больной. У меня технический перерыв. Да так рано ушел, не попрощался. Ну, ты так спала, сладенько. Не хотел тебя будить. А что это ты читаешь? Утром в подъезде подобрал. Ну, клюква, конечно. Но клюква очень увлекательная. Представляешь, оказывается, у каждого человеческого органа есть своя память. Что ты говоришь? Да, вот сердце, например, помнит всех, кого любило. Так что если сердце влюбленного человека пересадить другому, он обязательно влюбится. Может, гомеопатия? Что? Помнишь, ты мне таблетки прописывал от кота? То есть для кота. Ира, ну что ты несешь? Ну при чем тут гомеопатия? Если мне внутрь всунули чужой орган, если я его отторгаю. Ты ничего ты не отторгаешь. Ты просто решил выбесить меня. Все нервы мне измотал. На, лучше вот эти вот книжки читай. Больше пользы будет. И на отца своего обрати внимание. Вон человеку сколько лет, а он с ружьем носится. И ничего. Отец, кстати, даже привет тебе передавал. Спасибо большое. Ир, ну что ты кричишь? Я не кричу. Ну, ты права. В чем ты права? Я всегда права. И во всем права. Во всем. Ну, не злись ты. Я не злюсь. Не злись, пожалуйста. Мне уже злючки нету, понимаешь? Ну, хочешь, я для тебя другой курс гомеопатии подберу, хочешь? Да, от усталости. И себе тоже. Только себе, пожалуйста, шариков побольше. И особенно вот этих вот. Ну, ладно. Чего там на совещании-то было? Ну, с первым опросом разобрались очень быстро. Теперь всех будут пускать в реанимацию. Ну, это нормально? Нет, это не нормально, Гена. Для нашего народа это не нормально. Вот попомни мое слово, что будет. А второй вопрос интереснее. Наше отделение, тракальную хирургию и кардиологию решили объединить. И заведующая этим большим организмом фактически становится замглавным. Новая ответственная должность. И тебя, конечно. Ну, я так далеко не заглядываю. Это пока только слухи. Ну да, а я тут со своим сердцем мешаю тебе, стою на твоем пути. Гена, да стой ты где хочешь, дыши как хочешь. Пойдем. На планёрку. Ой, Ира, можно я останусь? Я там остановился на самом интересном месте. Нет. Прям как собака Павловой. Иду. Ну, спасибо все, да? Спасибо, что пришли вовремя. Никто не опоздал. Я собрала вас для того, чтобы... Простите, пожалуйста, это что? Вот это вот плохо, Стас, что вы опаздываете. И вас люди ждут. Ну, нехорошо, присаживайтесь. Спасибо. Хочу ознакомить вас с приказом Министерства здравоохранения. Ближайшим родственникам разрешено быть в реанимации вместе с больными столько, сколько им захочется. Если, конечно, мы не проводим какие-нибудь сложные медицинские процедуры. Ну, все, понеслась душа, врач. Теперь у нас возможные инфекции появятся в реанимации. Значит, зато можно будет читать наговоры на скорейшее выздоровление, цыган приводить, ворожей. Ну, ладно вам, все равно мы пускаем к тяжелым. Как-то по-человечески это все. Кость, ну, одно дело, когда мы решаем, другое... А другое дело, когда они всей толпой туда повалят. А тебя еще спиртное начнут туда таскать. Геннадий Ильич, а как это происходит в цивилизованном мире? Пускают. А, ну, слава богу, значит, и мы доросли. Ну, конечно, пускают. Но как можно ограничивать общение больных со своими родными? Это просто негуманно. Как? Мамаша принесет свининки какой-нибудь, ласты склеит в отделение, потом ты будешь отвечать. Так все, обсудили? А умные родственники начнут советовать, как лечить. Я спросила, Ирина, обсудили, Алексеев? Поговорили? Ирина Алексеевна, был один случай. Это? Ну? Новый приказ министерства. И мы будем пытаться работать в этих условиях. Понятно? Ну что, все? Нет, не все. Еще маленький сюрприз. В прошлом году мы смогли отбояриться от тренинга МЧС. В этом году не получится, поэтому нужно два добровольца. Город Владимир. Что вы смотрите на меня? Ирина Севна, ну, я два раза ездил уже. Вы так хорошо ездите.
Не поедете? Хорошо. Тогда Ханина и Куликов. Я не поеду с Куликовым. Да что значит, я не поеду с Куликовым? Ирина Алексеевна, извините меня, пожалуйста, мне просто нужно быть вот именно в эти дни в Москве. Это по личным обстоятельствам. Я тоже никак не могу, вот по той же причине. По тем же личным обстоятельствам? Да. Я бы поехал с удовольствием. Доктор Брагин мечтает на Луну слетать. Ну, в общем, да. Ограничимся пока гордым Владимиром. А можно я тоже поеду? Нет. Ты оставайся. Оставайся, набирайся опыта. Я знаете, с кем поеду? С Константином. Я не хочу. Хочешь, но я так, не могу. Так, все. Я решила. Брагин и Олейников. Всем хорошего рабочего дня. Чему-то? Дайте мои карты. Пожалуйста. Спасибо. Лена. Геннадий Ильич. Что? А что происходит? Ничего. Ничего? Ничего, что я врач с огромным стажем и практически руководил клиникой больше 10 лет. Ничего, это хорошо. Ничего, что ко мне очередь была из пациентов. Если бы не моя ситуация, я бы уже в Израиле занимал очень высокую должность. Нет, ты что, поэтому реально хотел поехать на курсы МЧС, да? Несмотря на все вот эти вот свои регалии? Представь себе, хотел бы. И оперировать хотел бы. И развиваться хотел бы профессионально. А вместо этого вынужден подчиняться вздорному начальнику. Правда. Ничего, что здесь люди просто выясняют отношения? Или что, неинтересно на рабочем месте уже, да? Спасибо. Так. Да так, Ира, вот именно так, прости, но ты пользуешься нашими отношениями и затираешь меня или оттираешь, как угодно. Я не твоя игрушка, Ира, и не твой кот, которому можно запрещать или разрешать на твое усмотрение. Я профессиональный пластический хирург с репутацией. А ты ведешь себя со мной как с ординатором. Ничего, что я волнуюсь. Хорошо, если ты волнуешься обо мне, то оставь меня в покое и дай мне работать нормально, а иначе... Что иначе? А иначе я найду себе другую работу. Пожалуйста. И другую жилплощадь ищи, и няньку другую. И другое сердце, черт бы его побрал! Долбал ты меня уже своим сердцем! Да я понял, Никит. Да никто на тебя не сердится. Никит, ты пойми. Женщина решает все. Если она захочет сделать аборт, она тебя даже не спросит. Это жизнь. Так, все. Давай ты завтра заходи, и мы все это обсудим. Пока. Сереж, ты не прав. Конечно, прав. Аня сегодня такое на работе устроила. Ее наше мнение вообще не интересует. Ты не прав, что запрещаешь сыну вмешиваться в эту ситуацию. Пусть вмешивается, это его ребенок. Так, Никита мой сын. Я тоже его как-то хочу поддержать и оградить. А то все шишки на него посыпались, как будто он убил кого-то. Да он Кристине предложил за него замуж выйти. И оставить ребенка. Умница. Поступок настоящего мужчины. Ага, только она облила его грязью, этого настоящего мужчину. Да Кристина во всем на свою мать похожа. Так же себя ведет. Они вообще никого не слушают, потом у них мужики во всем виноваты. А у тебя с Ханиной роман? Ну, говори, а то я себя как-то, знаешь, неловко чувствую. Вот в пеньюаре, в твоей квартире. Оль, мы развелись, ты уехала, я тут один остался. Я вообще не знал, что мне делать. Блин, да я уже 300 раз пожалел об этом. Детский сад. С собой не можете разобраться, еще к детям лезете. Оставьте их в покое, сами разберутся.
Оля! А! Полотенце чистое принеси, пожалуйста. Сейчас! Здрасте. Привет. Ты что в белом-то? Не боишься испачкать маечку? Нет. Здравствуйте. Здрасте. Олейников Анатолий Борисович. Отец вот этого болтуса. Ага, я так и понял. Пап, мы уже попрощались. Да я вот что подумал. У меня выходной, так что мы с Семеном добросим вас до места. Чего вам в автобусе трястись? Это совершенно не обязательно. Что значит не обязательно? Дурак, что ли? Будем трястись в автобусе? Поехали, правильно? О, давайте садитесь. Ага, спасибо. Давай, давай. Классная тачка. Интересно. А такую всем дают или только членам профсоюза? Не всем. Только особо ценным работникам. Понял. Ну, раз уж я здесь, ну, как говорится, такая пьянка уж пошла. Вы знаете, у нас томограф стоит хреновый. А надо не хреновый, понимаете? Да я смотрю, вы зря времени-то не теряете. Ну, а чего же теряться-то? Когда еще в такой машине поедем, правда? А то сын-то у вас, знаете, какой скромный. Сам-то не скажет? Ну, хорошо. Я поговорю с Ириной Алексеевной про томограф. Подумаем, решим. Только у меня тоже к вам просьба, Олег Михайлович. Вы там на зорнице этой за парнем моим проследите. Ну что, послежу. Так что никаких дискотек, никаких танцев, ни девушек, ни сигарет, ни вина. Договорились? Ну, Олег Михайлович, ну без шуток. У меня только человек специфический, поэтому я предпочитаю, чтобы кто-то из старших за ним присматривал. А как там он будет в операционной работать? За ним тоже кто-нибудь из старших будет присматривать? Если надо, будет. Сын у меня один. Спасибо. Спасибо. Я вас предупреждаю, обратно я поеду на автобусе или электричке. Да ради бога. Ваша фамилия? Для начала здрасте. Извините, здравствуйте. Брагин Олейников. Вы у нас из Склифосовского, да? Ага. Интересно у вас тут. Пойдем посмотрим. Я вас сейчас отмечу. Угадай, кто? Ой, кто это? Евдоксия Ардалионовна Затейкина? Нет, но могу. Ой, боже, голос знакомый. Пальцы-ножницы, пальцы-скальпель. Кто это? Бородина.
ты, что ли? Я, что ли, братик? Привет, красотка. Я вам не мешаю? Да нет. Вы для чего приехали? На тренинг? Ну да. Так тогда давайте все проследим на предполагаемый химзавод. Мы начинаем. За мной, пожалуйста. Давайте, живее. Майор Мурашкин, я здесь буду командовать. Ясно, мы же гражданские. А это видно. Только тут дело серьезное, а не то, что бабушек принимать в поликлинике. Конечно, товарищ Мурашкин, мы это все поняли, очень серьезно. Проследуем, меньше слов, больше дела. Врагин, я думала, что умру тут со скуки. Но когда увидела тебя, поняла, они все потеряли. Слушай, а ты что такой замороженный? Чего тебе? Женился, что ли? Ну да. В мужья уходят лучшие люди. А дети есть? Двое у меня. Мальчишки, девчонки? Девочка и девочка. А лет сколько? Одной 6, другой 3 месяца. Три месяца. Ну тогда понятно. Не спишь, не ешь, секса нет. Почему это? Ты сама как? Я в свободном полете. Разведена, детей нет, сплю, ем, ну и... Вот, вижу, прекрасно выглядишь. Спасибо. А вот ты не выглядишь счастливым, женатый мужчина. Да? Да. Не знаю. Ну что, крестеныш, еще попрыгай. Стукачок гребаный. Я не стукач. Мне было приказано отметить всех опоздавших, я это сделал. Не всякий приказ нужно выполнять, дятел. Давай, давай, бросай. Давай сюда. Отдай. Держи, держи. Давай, давай, бегай. Итак, произошел взрыв на химзаводе. Много пострадавших, переломанных, обожженных и надышавшихся вредными веществами. Происходит эвакуация сотрудников химзавода. Надо оказать экстренную медицинскую помощь. Слушай, Брагин, сейчас может, мы свалим отсюда? Не будем уже моих лекций слушать. Завода. Я сегодня абсолютно свободен. Посидим и идет заделывание пробоев. Брагин, ты что? Смышь рассошла? Устраивает его уже в самоволку ходить. И обработка химических ядовитых веществ. В России более 3600 химически опасных объектов. И 146 городов с населением более 100 тысяч человек расположены в зонах повышенной химической опасности. Сегодняшний выброс в Москве ядовитых веществ относится к разряду некатастрофических. Но человечество пережило огромное количество техногенных, чрезвычайных ситуаций. Давай, держи. Держи его, держи. Сейчас. Никуда не есть. Так. Прекратить! Отошли от него! Ушли, я сказал! Ушли! Ушли отсюда! Тихо, тихо, ударишься же! Вы что, отошли? Спокойно, спокойно! Вы что делаете? Дальше будет все обрабатываться специальным составом. Всей техники и всех людей. Сейчас приду. Да что ты с ним носишься, как с ребенком? Ответственность, Бородина. Ответственность. Вот, вот эти вот орлы будут проходить обработку. Вы что делаете? Отошли! Отошли! Тихо, тихо, тихо. Тихо, я сказал! Разбежались. Чего приперлись, а? Спросил кто? Мы только хуже сделали. Надо начальству сказать, что это за беспредел? Тебя просил, чтобы кто влезть, а? Чего ты полез? Ты хуже сделал человеку. Соберись давай, по делу. А теперь я вам покажу современный набор, применяемый в военно-полевой хирургии. Он вам поможет оказать первую экстренную медицинскую помощь до приезда скорой. Вот. Прошу внимания.
Почему вместо креста какой-то? Вот такой вот замечательный чемоданчик. Ну, шикарный чемоданчик. А он уже используется в медицине катастроф? Пока нет, только выставочный вариант. А когда? Ждем с минуты на минуту. Ясно. То есть летом в среду, да? Вот так все в нашей стране. Пока президент не приедет, асфальт шампунем не помоют. Послушайте, вы все не успокоитесь? Да нет, я спокоен. Просто пока все это здесь демонстрируется, там народ мрет. И вы большой специалист по оказанию помощи в военно-полевых условиях. Ну да, приходилось. Не только в поликлинике с бабульками. Прекрасно. Тогда, может быть, не будем тратить ни ваше, ни мое время? Одевайте, действительно. Ну что, я же уже всему научился. Угу. Может, я поеду домой? Я вас не задерживаю. Ну все. Вперед. Ну вот и отлично. Все, счастливо оставаться. Разрешите? И вам не хворать. Вы почему без меня ушли? Разве так можно? Мне майор сказал, что вы ушли. Сказал, что можно вас догнать. Может, еще вернуть? Нет, он сказал, что мы свободны. А я не понимаю, что вас так взбесило? Это же просто обычное учение. Послушай, я хочу остаток пути провести в тишине. Ты меня понял? Понял. Свободен. Меня подождите! Фу. Ребят, помогите, а? Давай. Ой, господи, успела. Ребят, давай. Держись, Сосок. Давай, держу. Ой, спасибо. Не передавайте за проезд. Да подожди, еще не сели даже. Заходи. Ты что, проголодался? Есть хочешь? Хочу. У меня бутерброд. Бери. Ну, бери, угощайся. Спасибо. Трубку возьми. Ты что, не слышишь? Трубку возьми. Да, алло. Не могу сейчас говорить. Попозже. Цирк. Говорить он не может. На счету 10 баб уже. Не начинай, дом поговорим. Ничего я не начинаю. Знаешь что, давай ты соберешь свои вещи, завтра уедешь. Этих проблем капец сколько. Ну и куда ты? Домой. Не делай глупостей. Только хуже будет. Хочешь, мы свидетелем будем, что над тобой там издевались? Не надо. Толя.
Юра. Ну что началось? Сейчас. Да что ж такое? Мужики! Подсобите, надо толкнуть! Женя, будешь говорить, эй. Мужики, ну помогите, а? Ну вот видишь, можешь, когда хочешь. Ты по-доброму к людям, и люди к тебе по-доброму. Пошли, давайте, мужики, поможем. Ладно, пошли. Осторожней, картошка. Давайте сейчас все вместе, быстро все получится. Давай. Навалились. Ава. Осторожней. Давай. Сейчас помогу. Давай, дорогой. Ну что ты? Че ты молодой? Давай. И раз. Давай. Мам, каши. Моя картошка! Картошка! Давай! Давай родненьким. Раз. Поехала. Ты же сказал, иди. Раз. Быстрее. Беги. Ой, давай, куда ты? Выходи отсюда быстро. Вылезай. Иди сюда. Быстрее! 30 лет такого не было! Где водила? Да, входите. Ремсин. Застукали. Проходите. Пожалейте. О, дорогой коня. Дорогой. Ирина Алексеевна, а можете перевести меня на полставки? Это почему еще? Ну, у вас же срок маленький. Вы что, не справляетесь? Справляюсь. Или что, вам плохо? Нет, я справляюсь. У-у-у. И могу работать, и хочу работать. Просто с мужем не в порядке у меня. Опять. Не, я понимаю, что это не новый диагноз для моего мужа, но... Тем не менее, он считает, что я перегружаюсь, я много хожу, много стою, много бегаю, много нервничаю. Может, дело в зарплате? Я подумаю, как... Ну что, вы такое ощущение, что вас шантажирую, упаси Господь, нет. Нет, я про вас такого подумать не могу. А вот про него могу. Да нет, я просто пытаюсь сохранить семью. Mm. Вот и все. Ну, надо же хотя бы попробовать. Хотя бы наполовину, на полставки. Дин, ну чего вот так вот, а, в самом деле? Ну, правда... Возьмите нож и зарежьте меня ножом. Че без ножа-то, а? Ну, Ирина Алексеевна, ну... Хорошо, я подумаю. Ну, спасибо. Еще. О, рано еще. Я не могу каждый день выносить Фаину. И вы тоже? Да. Она что, вас тоже шантажирует? Да нет, ну что? Нет? Она меня просто бесит. А меня выбешивает. Ладно, не по поводу ее, я тоже подумаю. Сейчас выпью кофе и буду усиленно думать. Выпейте. Спасибо. Извините. Вздорная начальница. Ой, ладно. Давай, пей! Есть! Костя, я только задремала. Ой.
Извини, сейчас я быстро переоденусь. А ты знаешь, что мы в футбол будем играть с другим отделением, а? Да, я слышала. Ну вот, ты приходи, поболеешь за нас, поддержишь. А? Не люблю футбол. А, да, точно, я что-то я забыл. Что, мультиварка? Мультиварка? Это скороварка! Я же тебе не сказал, я же переехал наконец-то. На Доватора. На Доватора? Да. Смотри, что-то раскачал кто-то. Да, ну, в общем, я теперь рядом с тобой живу. Квартирка маленькая, но после ремонта уютно все. Так что вот всякие вкусняшки буду готовить. Так что давай заходи по-соседски. Зачем? Откусь, прости, я правда что-то так устала. Я посплю. Да. Тань, вот время идет. Ни свадьбы, ни оливье, ни танцев на столе. Нет, деньги собираем. О, ну и правильно. Гулять-то гулять. Чего жалеть? А то жизнь пройдет. Ни в свадебном не похож, ни в коротком, ни в мини, ни в бикини. Подожди, вот сейчас меня осенило. Я собираюсь уйти на полставки. Танька, возьми мои полставки. Ну, те же деньги нужны. Ну, Тань. Нет, ну я теперь одна такие вопросы не решаю, но, в принципе, я не против. Ну, слушай, а мне-то как хорошо. Константин Германович, мужчина после ДТП. Здравствуйте. Здравствуйте. Не справился с управлением, врезался в дерево, нас сам вызвал. Сотрясение мозга, давление 130 на 80. Опа. Здравствуйте, доктор. Давно не виделись. Здравствуйте. Ну, ради него я сделаю там, посмотрим, как будет. Ну, это ДТП? Да. Ого, неожиданно. Ух. Здрасте. Нин, я возьму. Ну, грех не взять. Самого Никонова, простите, отчество запамятовала. Игорь Иванович. Ну, вот Игорь Иванович. Везите его в смотровую. Вдруг будет предлагать денег. Не отказывайся. Очень смешно, Нин. Значит, родители не против? А, да, они только за. Ну, так, давайте я хотел бы узнать сейчас общий уровень ваших знаний. Я буду задавать вопросы из разных областей, а, ну, чтобы так нащупать почву. Вы не волнуйтесь, Иван Николаевич, я знаю довольно-таки много. Хорошо, мы сейчас проверим. Так, давайте мы поговорим об интубации. Что это такое интубация? Интубация трахеи? Да. Угу. Интубация трахеи – это введение в трахею эндотрахеальной трубки с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. Отлично. Давайте мы теперь попробуем на практике. Мы вас интубировать будем? Нет, меня пока не надо. У нас вот тут есть... Петя. Угу. Будет наш Петя. А наиболее распространенной является аротрахеальная интубация, когда с помощью ларингоскопа эндотрахеальная трубка проходит через полость рта, гортань и между голосовыми связками в полость трахеи. У нас этот набор для интубации нет. А, хотите, я сбегу? Да я сам. Меня Нина еще просила зайти. А, хорошо, я вас жду. Понимаете, это дерево. Во всем виновато дерево. Там дорога, она так резко под уклон идет. За ручку следите, пожалуйста. Ага. Смотрите, пожалуйста. Ага. Под уклон. Глазами, и... глазами. Ага. И вниз. И я как не сориентировался. Язык покажите. Руки вытяните. Да. И этого дерева не заметил? Пальцем дотроньте до кончика носа. Угу. Еще раз. Угу.
А я не понимаю, Константин Германович, какую болезнь-то вы мне хотите найти? Какой недуг вы ищете во мне? Вы, пожалуйста, ложитесь на спину. Мне нужно посмотреть живот ваш. Живот? Угу. Так я же в аварию попал. Я головой ударился. Нет, я вполне допускаю, что у меня сотрясение мозга, может быть, а может и не быть. Ну, ссадины, ушибы, это все. И, естественно. Вот. Но вообще-то я за здоровьем своим слежу. Я анализы раз в год сдаю. Я вообще, спасибо, девушка, человек-то мнительный. У вас печень увеличена. А? И склера желтая. Нужно исключить гепатит. Нужно сдать кровь на биохимию, инфекции и алкоголь. И сделать УЗИ. Слушайте, ну какой гепатит? Ну, о чем вы говорите? Ну, да, мы вчера с приятелями встретились. Ну, выпили, потому что отмечали победу наших этих футболистов. Вот. Ну, а печень у меня, она с детства просто чувствительная. Вы меня извините, но мне нужно все проверить, чтобы у вас потом претензий ко мне никаких не было. У меня к вам никаких претензий нет и быть не может. Ладно, давайте делайте ваши анализы. Это же все равно бесплатно, да? А у вас что, деньги закончились? Ложитесь обратно. Командир, стой! Стой! Быстрее, блядь! Да бегу я! Толя, ты слышишь меня? Ты жив, да. Толя? Да. Ну, да, живой. Не дергайся, живой. Подожди. Подожди. Да живой, живой. Я в порядке. Тихо, тихо, нормально. Тихо, тихо. Нормально все. Нормально. Все, давай. Живой. Давай, давай. Давай. Я там в автобусе рюкзак. Давай, давай, вставай, сейчас, давай. Я принесу. Мне твоя помощь нужна. Я принесу сейчас рюкзак. Тащи его сюда. Я принесу. Бабоньки, ну что, ты нормально? Живая. Дай посмотрим. Я их многих знаю. Я их многих знаю. Мне вот это тихо. Не трогай сама, слышишь? Понял, понял. Да потом кровотечение остановишь. Я знаю, я фельдшер. Ну вот, отлично. Давай, фельдшер. Бабонька, вставай, обувайся. Будешь помогать мне. Давай, давай. Ай, вот дурак, а. Только людей погубила. Ай, дурак. Встать, мужик, сможешь? Встать, сможешь? Нет, ног не чувствуешь. Так чувствуешь? Нет. А так? Нет. Толя! Толя, бегом! А, иду. Командир, МЧС на подходе. Пути перекрыли. Врач нужен. Врачи. Баллон принеси еще. Еще один баллон. Понял, сейчас бегу. Давай, Сучимана, посмотрим, что есть. Вот. Лежи, 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 брат. Лежи, лежи, у тебя нога. Ай, столько людей, а. Сейчас, Господи. Сейчас бегу. Сейчас, сейчас я вам помогу, держитесь. Это Алеша, это мой ученик. Я учительница химии. Я в школе преподаю. Будьте с ним, вспоминайте школьные годы чудесные. Смотри, что он вообще не двигался. Подъезжает скорая. Бабонька, давай за мной, иди сюда. Давай, давай. Бабочка. Лежи. А чувствительность вашей печени, она в чем проявляется? Ну, боли иногда, в последнее время чаще. А где болит? Покажите, пожалуйста. Ну, где болит? Ну, здесь болит, здесь болит. Что вы вопросы задаете? Что там? Расскажите. У вас серьезное поражение печени. Причем обе доли. И есть абсцесс. Вытирайте гель, одевайтесь. Анализ готов. Угу. А в последнее время, может быть, были какие-то симптомы? Там, температура? А? Да, 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 да. Я думал, грипп. У меня действительно последние две недели температура и ломит всего, но... Я лекарства пил, я температуру сбивал. Вам нужна операция, причем срочная. Бред какой-то. Так, мне надо поговорить с начальством. Кто у вас тут главный? Заведующий? Да, хорошо, я ей скажу. Хорошо. Операция. Почему? Я сейчас же хочу говорить с заведующим. Хорошо, я позову ее.
Вы не переживайте. Она обязательно к вам подойдет. Mm-hmm. Ты привезли с головой. В чем взвод полез? Чем он в живот ко мне полез? Константин Германович один из самых лучших наших хирургов. Угу. Но под нож я к нему не лягу. Юра! Юра! Больно. Скорая уже едет. Ты где эта чертова скорая? Лежи, лежи, доктор сказал, чтобы ты не шевелился, Алеша. Любовь Петровна, давайте не будем, а? Мы же знаем, что я всегда был ваш любимый ученик, вы моей любимой учительницей. Давайте не будем ничего менять. Идите, помогите тому, кому это необходимо. Сейчас, сейчас, давай, давай. Дышать тяжело? Тихо. Лежи, не шевелись. Там спина. Пошевелить пальцами ног можешь? Не могу. Тихо, сейчас я тебя обезболю. Тихо. Доктор! Там женщину зажало. Помощь нужна. Давай, дыши, дыши, дыши. Ну, сейчас я попрошу сестру сделать вам повторные анализы. Хорошо, спасибо. Ну что, а я готовлю выписку. Завтра вас выписываем. Спасибо большое, спасибо. Не болейте. Хорошо. Спасибо, Иван Николаевич. О, и вы здесь. Здрасте. Здравствуйте. Что случилось? Спросите об этом вашего рецидивиста Лазарева. Он хочет меня зарезать. Пересаживайтесь, а я вам принесу переодеться. Ой, спасибо, милая девушка. Костя, фу, подожди-ка, я сейчас видел этого твоего следователя. Что там случилось? Поступил к нам после ДТП. Почему он про операцию говорит? Читайте. Еще у него в крови найден алкоголь. Я считаю, что нужно вызвать полицию. Ты что, с ума сошел? А если всплывет вся эта история? Не вздумай, Кость. Мне что, его теперь всю жизнь бояться? Ну, полицию ни в коем случае. Кость, я тебя умоляю. Хорошо. Ты куда сейчас? К Павловой. Он ее требует. Боится, что я его на операции зарежу. Подожди. Я с тобой. Можно? Да, водить. Алеша. Алеша. Открой глаза, Алеша. Любовь Петровна. Сейчас. Это я вас тогда запер в учительский. Сейчас, не знаю. Простите. Алеша. Алеша. Алеша, говори со мной. Алеша, рассказывай что-нибудь. Рассказывай про свою семью. Про Витьку рассказывай. Алеша! Примаков, Алексей, отвечай немедленно! Я считаю, Никонова ни в коем случае нельзя отпускать. Печень вообще в любой момент может отказать. Вновь разольется, перетонит, и все. И никто ему уже не поможет. Николай Николаевич, а вы как считаете? Я буду оперировать. В смысле вы? С какой стати-то? Послушайте, это мой пациент. Вы сейчас что, хотите меня от операции отстранить? Не, я никого не хочу отстранять. Но в данной конкретной ситуации Иван Николаевич, мне кажется, прав. В данной ситуации, да? Угу. Вы что, думаете, что я хочу зарезать, что ли, его, а? Так. В общем,
общем, оперировать буду я. А Иван Николаевич, если хочет, пожалуйста, может мне ассистировать. Значит так, идем к пациенту. Давайте. Хорошо. Двое пострадавшие. Двое расширяем выход для того, чтобы его можно было вынести. Давайте, живее, времени мало. Давай, давай, работаем. Поехал, поехал. Как это могло произойти? Товарищ майор, я уже 30 лет машинистом работаю, и это впервые такое. Данный скорость. Мамочка! Опа. Ой, мамочка моя. Так, принимай, давай. Вот тут еще возгорание. Заливай. Ну что, тонет фельдшер? Пролей. Ну давай. Ну, давай. Давай, давай, бабенька. Ой. Будь здорова. Спасибо. Спасибо, спасибо. Илья, сюда, живо. Берите, пожалуйста, ну правда, ну нет. Так, этого дезертира грузим в скорую обратно в часть. Действуй. Нет. Сначала мы везем его в склиф, а потом уже вы там будете разбираться. Сначала в склиф. Ну давай, давай, давай. Нормально. Держу, держу. Thank you.